Оставьте мне покой.
Спасибо. Еще. Это только двойка в школе. Я хочу тебе помочь. Оставьте вы в покое. В эту сказочную ночь. Я знал, что в этом лагере собрались самые настоящие. Правильно. Точно. Я очень рад. Без этих оценок никто, наверное, никогда не учился. И никто не будет учиться. Ну, я очень рад встрече с вами. Я и мои друзья, мы все ждали этой встречи. Ваши предшественники так и не увидели концерты нашей группы. Но все, что накопилось, мы вам выдадим с удовольствием. Ну, а сейчас еще обязательно. Обязательно. Ну, а сейчас я вам спою песенку, которую сочинил, будучи еще пионером. Когда меня не пускали на улицу, заставляли учить уроки. Я даже муму учил 2 года. Да. Песня, которая называется «Отпустите меня погулять». Песни будут там сочинять, а без песен мне.
с отпусканием на улицу у всех, она здесь почти что, да? То есть почти что все двоечники, почти что никого не пускают на улицу. Однако вы сейчас так далеко от своих мам и папы можете спокойно свистеть, кричать. А можете свистеть? Это сейчас свистели одни девочки, теперь одни мальчики. Почти что одинаково. Ну, молодцы. Следующая песенка, которую я хочу исполнить, она называется «Ты обещал мне». Она немножко такая грустненькая. Но это, она была написана в тот период времени, когда я был такой влюбчивый. Немножко она такая получилась, о любви такая. Итак, листок календаря. Не знаю я, листок последний.
Большое спасибо, я очень рад. Я очень рад, что вам нравятся мои песни. И вы их так хорошо приветствуете. Я все буду делать для того, чтобы дальнейшая наша работа складывалась с точно таким же эффектом. Ну а сейчас немножечко повеселее. Песенка, которая называется «Устал я». Очень
замечательно учат учить стихи и песни. Это заслуга вожатых, да? Хорошие у вас вожатые? Да. Да, да. Хорошие или нет? Да. О. Ну, а сейчас немножечко спокойная песня. Она была написана совсем недавно. Уже прошло много лет, как мы со своими друзьями окончили школу, как прозвенел последний звонок. И воспоминания о школе навели меня на мысль написать эту песню. Она называется «Осенний бал». Можно танцевать. Дамы ангажируют мужчин. Мужчины ангажируют дам. Oh, listen. Oh.
за теплый прием. Всего хорошего, спокойной ночи. Мы вас никогда не забудем.